Так, девочки, записываю, как я вяжу шапочку. Вот наподобие синей, которую я вязала в прямом эфире. Как я ее вяжу с нуля. Делаю одну петельку. Просто на палец я наматываю вот ниточку и просовываю ее. Вот. И затягиваю. Пожалуйста, все, теперь мы делаем ее, да, чтобы она у нас была вот такая вот. Я всегда держу вот за маленький кончик и начинаю набирать воздушную петельку, цепочку из воздушных петель. Вот, раз, два, три, четыре. 5. Вот это очень-очень такая этот скользкая нить. 6, 7. То есть вы должны набирать столько, какой вы длины хотите себе шапочку. Побольше, подлиннее, покороче. А ты что, Милан, салон за деньги, что ли, хочешь? Вот это подруга. А когда ты к ней в гости идешь, нам приходит билетик, не надо покупать. Ну скажи, сейчас вот нет денег, а спа хочу. Честно говоря, вот, вот так вот я набираю. Привет, девчонки. Привет. А я вам танечек принес. На длину. Погречен хочет, продрог. А он горячий. Своей шапки. То есть какой длины будет шапочка? Столько петелек из воздушных, ой, столько такую косичку из воздушных петель мы и набираем. Почти без выкупа не отдадим. Да не вопрос. А вы нас по салону знаете? Ну. Мне твои подачки не нужны. Согласен, так себе выкуп. А вот, это к тебе. Как у вас там у картежника говорят, на погоду? Светом нашим пользуешься? Будь добр, плати. Полина, я что, не могу просто так зайти пообщаться, что ли? Можешь. Через месяц, когда следующий счет придет. У меня все. Я себе шапочку хочу подлиннее. Да. Так. Ну, старайся платить, ладно? Да, а то пение насчитают. Антончик! Да? Так, ну вот у меня, да? Больше не нужны, а Катюхе моей приятно будет. Спасибо. Так, я так думаю, что вот этой длины мне достаточно. Еще пару петель наберу. 3, 4, 5. Все. Теперь начинаем вязать первый ряд. Вы видите, вот это у нас получается рабочая петля. Ее никогда не считаем. Следующую мы тоже не считаем, потому что с нее выходит нить. И если мы с нее начнем вязать первый ряд, то у нас ничего не получится. Мы с этой же петли вытаскиваем эту же нить. Получается, мы вот в этой петелька, вот на крючке петля, следующую мы не трогаем. И вот в следующую мы начинаем вязать столбики с одним накидом. Завели. Накид вытащили. Да, помой только яблочко. Так, только попробуй нажать. Да. Так, технически у нас были остановки. Вот мы вытащили, правильно, петельку? Вытащили. И теперь из двух мы делаем одну. И поехали в следующую. Заводим. Вытаскиваем. И вот так вот мы делаем с каждой, которая навстречу нам встречается петелечка. Заводим. И вот так вот. Заводим. Вытаскиваем. Заводим. Вытаскиваем. Включи мне здесь штатив, пожалуйста, сынок. Очень плохо видно. Ой, Витя, сынок, холодильник включи, а этот водонагреватель. Сейчас, минутку, можно?
Так, видите, я зацепилась. Нам нужно захватывать все ниточки, чтобы ничего нигде не зацепилось. Но если у вас нить в одну нить, то это нормально. Проблем не будет с этим. Я надеюсь, понятно? Вот, заводим. Вытаскиваем. И из двух одна. Вот. Ау. Еще не пахнет. Ты видела? Прикинь, реально у мандарина какой-то запах специальный. Как так интересно? А что, бунт, что ли? Квас никто и не держит. Только гроб мой. Я его сделал. А гараж мой. Убери эту руку, там отсюда! А там шуруй! Рот твой забирай! Чертям собачьи! Пил, что ли? Вот таким образом мы вяжем до конца, до конца. Вот я добралась до конца, да, у меня осталось две, вот, две петельки. И я их провязываю точно так же. Так. И последнюю. Когда мы заканчиваем ряд, последней петлей у нас всегда будет одна воздушная. Все, переворачиваем вязание. Что мы делаем сейчас? Опять, как я вам говорила, эту не трогаем, эту не трогаем. Вот в следующую заводим. Отсюда начинаем вязать. Вяжем так до конца, не до конца ряда. Вот когда здесь останется 10 петелек, мы их не трогаем. В общем, сейчас я вам покажу. Вяжем не до конца, оставляем 10 петелек недовязанных. Так, вот я довязала, да, и вот 10 петелек я не довязала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ровно 10 петелек. Теперь как? У нас, как я говорила, когда мы ряд заканчиваем, это все, ряд закончился. Мы делаем одну воздушную петлю и переворачиваем вязание. Эту не трогаем, следующую не трогаем, вот следующую. Эту не трогаем, эту не трогаем, вот следующую. Столбик с одним накидом. Вяжем до конца ряда. Провязываю последнюю петельку в этом ряду. Завожу, захватила, сделала петелечку и из двух одну. Все, как в конце обычно. Одна воздушная петля, переворачиваем и вяжем до конца ряда. Встретимся в конце ряда. Так, вот провязываю последнюю петельку. Теперь смотрите, мы же вот тут оставляли 10 петель. Одну из них мы забираем. Каким образом? Вот, которая передо мной, следующая петелька. Завожу и провожу вот прям... Видели? Поняли? Сразу провожу. И все. В конце у нас одна воздушная петля. Переворачиваю вязание и вяжу до конца ряда. Довязала до конца, вот последняя осталась, ее я сейчас тоже провязываю. Что мы делаем в самом конце? Одну воздушную петлю. Переворачиваем вязание и в третью от крючка, на крючке это первую считаем. Раз, два, три. В третью мы провязываем столбик с одним накидом. Так, и таким образом этот ряд вяжем снова до конца. В этом ряду мы снова забираем одну петельку из 10. Сейчас там 9, но мы одну заберем, и в этом ряду должно остаться там 8. Вот, провязываем до конца.